Привет всем! Сегодня у нас 2 августа. И сегодня я ходила к своей подруге, которой в прошлом году я подарила вот такой черенок. Вот. Мы его вместе садили. Тоже в августе прошел год. И хочу сейчас я показать вам результат, что из такого черенка выросло за год. Садили мы его в обыкновенный грунт садовый. На дно ложили дренаж из керамзита. Грунт подкисляли. 1 столовая ложка лимонной кислоты на ведро воды. И далее, значит, на осень, где-то в октябре, была подкормка монофосфат калия. И уже в этом году, в апреле и в июне, была подкормка удобрением нитромофоска. Там 20 азота, 20 фосфора и 20 калия. Ну, смотрим результат. Сейчас нахожусь у своей подруги, которой я в прошлом году подарила небольшую туйку, то есть черенок, который я укореняю. Вот такой маленький, лысенький он был. И вот смотрим, какая туйка получилась, выросла. Красавица. Конечно, в процессе роста она будет пышнеть, наращивать хвою. И будет супер. Когда черенкуешь, естественно, черенки маленькие, лысенькие такие вот. Ну, подрастают чуть-чуть, но не так. Вот такая красота получилась.